Здорово, друг, ты снова попал на канал The Street. Сегодня мы здесь, в Борисовских прудах, находимся, чтобы записать для вас 5 футбольных финтов. Да нет, о чем я говорю, если мы занимаемся уличным футболом, значит, нужно двигаться дальше. И для вас сегодня 3 палака. Погнали. А нет, перед просмотром обязательно поставь палец вверх, подписывайся на наш канал, а теперь точно поехали. Задача в этом элементе сделать такую змейку, поднимая мяч вверх из стороны в сторону. И первое движение идет подъем мяча влево, в сторону опорной ноги. Базовым элементом для выполнения триполаки является вот этот подброс. Для закрепления вам как раз пригодится вот этот трюк. Пластика внутренней стороной стопы. Лично мне выполнять удобнее вот таким образом. Он почти полностью вот так под твоим контролем. Этот трюк может подойти как для удара, так и для обводки вашего соперника. Также он используется зачастую в бане и вообще в уличном футболе. В общем, очень полезный и тем более эффективный и эффектный. Ребят, надеюсь, этот ролик вам зашел и понравился. Обязательно ставь лайк, если вам это было как-то полезно. Обязательно пробуйте делать эти движухи у себя на районе, у себя во дворе, у себя на коробке. И у вас все получится. С вами был The Street, нас скоро 10 000. До скорых встреч. Пока.